утро. В этом году сеть магазинов «Семья» отмечает свой 15-й день рождения. О проектах сети сегодня поговорим. Этим утром у нас в гостях Баурджан Тарланов, директор сети магазинов «Семья», и Олег Ощепков, автор проекта «Семейные ценности». Доброе утро. Доброе утро. Проект «Семейные ценности». Как родилась идея проекта? Идея проекта витала уже давным-давно. Компания занимается уже несколько лет тем, что мы возим прямые поставки от производителей, европейских и азиатских производителей продуктов питания, представляем их у себя на полке. И мы хотели рассказать о продукте, о месте его производства, о том колоссальном труде, который проводят те, кто производит, и наши сотрудники, которые выбирают эти продукты для наших покупателей. Олег, семейные ценности – это логичное продолжение проекта «Прямые поставки». И это действительно попытка познакомить покупателей сети магазинов «Семья» с теми людьми, которые стоят за производством продуктов, с теми странами и менталитетом этих людей, и массой других интересных историй. То есть снабдить продукты какими-то любопытными историями и каким-то эмоциональным продолжением. А почему акцент делается именно на импортных продуктах? На самом деле, акцент не делается на импортных продуктах. 80% ассортимента в представленной сети – это российские производители. А уж в категории свежих продуктов, таких как хлеб, овощи, колбаса, молоко, мы делаем акцент вообще на локальных производителях Пермского края. То есть они представлены в львиной доле, даже включая там фермеров, которые не умеют там быть технологичными, мы представляем у себя на своих полках. Но импортные товары, которые такие, как кофе, оливковое масло, другие, которые, в принципе, не пересекаются с российскими производителями, мы приняли стратегию, что мы хотим познакомить наших потребителей и покупателей с такими товарами, и мы занимаемся этим. Спрашивается вопрос, какова география проекта? География самая различная. Испания, Италия, Германия, Восточная Европа, Азия, Шри-Ланка, Индия. То есть более 20 стран, которые сотрудничают с нами и которые мы занимаемся прямыми поставками. Так что потенциал очень большой для программы в том числе. Для чего существует проект? Вот его цель такая, какая-то глобальная, может быть? У него несколько целей. Да? Есть цели рациональные, есть эмоциональные. С точки зрения рациональной цели, это, по сути, рассказать немножко больше о самом продукте. Да? Потому что есть многообразие продуктов на полках, да? И ты видишь, что вот этот, да, у него есть своя история, да. Это название называется так, потому что люди, которые это произвели, вдохновились, скажем, замком, который расположен рядом, да. Люди увидели этот продукт и вспомнили, насколько приличное производство этого продукта, да. Это, скажем, это вот рациональный аспект, да. Эмоциональный аспект – это то, что мы ведь эту программу соединяем не только и не столько рассказами о производстве, сколько еще и атмосферой поездки. Да? То есть это красивые города, это замечательные музеи, это улицы, это улыбающиеся люди. Вот очень важный эмоциональный аспект, который важен людям, когда они берут продукт на полке магазина. Огромное спасибо за такую интересную информацию. Я напомню, этим утром у нас в гостях были директор сети магазина «Семья» Баурджан Тарланов и автор проекта «Семейные ценности» Олег Ощепков.